Парламент Казахстана намерен внедрить в свою работу искусственный интеллект. Сегодня в Сенате обсудили преимущества цифровых технологий, на необходимость их применения. В своем послании указал и президент. Современный подход поможет усовершенствовать законотворческий процесс, считают депутаты. Для обмена опытом они пригласили экспертов греческой компании, которая является ведущим игроком в цифровизации европейских парламентов. Сотрудничество включает в себя продвижение и изучение открытых парламентских данных, разработку электронных инструментов и услуг для парламентских и правительственных систем. Передовые методики, международные договоры, передовое законодательство в той или иной сфере, если оно забивается в какой-нибудь, да, компьютер, скажем так, искусственный интеллект, да, который сам быстро находит решение, оптимальное решение, это уже будет служить не товарищ, а основанием для того, чтобы, первое, ушли от того непрофессионализма, некомпетентности, коррупции, да, давления на парламентариев. Да. Это просто та модель, которая может быть использована при работе законодателем. В любом случае, законодателя никто не может заменить.